Глава государства посетил завод имени Кирова. Предприятие специализируется на производстве средств железнодорожной автоматики, телемеханики, связи, систем безопасности и оборудования для предприятий нефтегазового комплекса. В ходе посещения Нурсултан Назарбаев заслушал отчет акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова о социально-экономическом развитии региона, реализации индустриальных проектов и ходе исполнения поручений в рамках послания народу Казахстана, рост благосостояния казахстанцев, повышение доходов и качество жизни. Заслушав доклад акима области, президент Казахстана отметил эффективность выполнения программы развития региона в контексте подготовки к форуму межрегионального сотрудничества. Очень интеллектуально работала. Это то, что называется новые технологии. Да. Я в Астане открыл хаб этой технологии, какие-нибудь стартаперы там сидят много. Также глава государства провел встречу с общественностью региона. Жители и актив области выразили благодарность Нурсултану Назарбаеву за эффективную социальную политику и проявляемую постоянную заботу о населении. Сәбит Мұханов атындағы театрды ашып бердіңіз. Өзіңіз аманаттадыңыз. Қазір театр салынайын деп жатыр. Өнеріміз қарыштап келеді. Барлығы тәуелсіздіктің жемісі ғой, Нұрсұлтан аға. Үлкен құндылығымыз, үлкен байлығымыз, өнеріміз үлкен халықаралық деңгейге көтеріліп жатыр. Осының барлығы. Шекарада тұрған қала, шекарада тұрған облыс жағдайын жақсартайық деп барлығын жасап жатырмыз әлі.